Переходим дальше. Следующий альбом у нас идет Dramatic с Rubicon. Если вдруг кто-то из вас не знает вообще, кто это, то я думаю, вам понравится. По крайней мере, как минимум, вы будете в ахуе. Да, вы будете в ахуе. Мы идем на самом деле по датам. Потому что Dramatic с Rubicon вышел 9 апреля, а Face вышел 8 апреля. А Soda вышел 2 апреля. Все честно, братва, никакой хуйни и наебок нет. Единственная наебка сегодня была на стриме, это когда я зарядила пятый круг, да, в начале всех альбомов. Поэтому нет. Спасибо большое, да. Так, я буду потихонечку хавать. Бля, смотрится как камни, да? Пиздец, камни какие-то принесли мне. Так, будем смотреть. Будем слушать. Да, будем слушать. Да, я думаю, норм. Так. Да, наверное, я думаю, можно чуть долить. Спасибо большое. Так. Настолько жесткий, что щебень ест, да? Пиздец. Камни, блин. Камни, песок, пыль. Охуеть. Ну. Угу. Спасибо большое. Ну все, братва, поехали. Поехали. Альбом Dramatic с Rubicon. Это очень атмосферный человек. Это, на мой взгляд, самая харизматичная девочка. Я не люблю, конечно, заниматься сексизмом с точки зрения разделения творчества на мужское и женское, но все равно на данный момент у нас очень мало девушек, которые делают пиздец годный продукт, которые лайвом исполняют так же, как и на альбоме, там условно Алена, там, да, вот на постсоветском пространстве. Ну, не так много девушек, которые могут выдать очень круто. Более того, что касается Dramatic, здесь мы еще с вами можем сейчас лицезреть самобытность артиста, самобытность и очень мощную харизму, стиль. Поэтому вполне себе мы можем лицезреть, вероятнее всего, концепт. Да, поэтому мне очень интересно. Прошу прощения у всех, кто долго ждал, ну, бесконечное количество новинок, сами понимаете. Кстати, хочу сказать, чтобы вы не забыли, сегодня вечером у нас будет анонс. У нас будет анонс основного выпуска. Выпуск у нас будет фрешменов. В пятницу у нас будет РЗТ фрешмены. И фрешмены, которые вам понравятся. Бля, инфосотка. Очень крепкие фрешмены. Пиздец крепкие. Я думаю, что вы будете в ахуе. Вот так вот. Сегодня анонс в паблике в нашем и в телеге будет. Темным по белому. Поехали, первый трек. Прошу обратить внимание, что музло тоже она сама себе пишет.
понимаете, да, что это еще все-таки интро, да? Это первая песня по альбому. Альбом называется «Рубикон». Это начало, да. То есть я слышал до этого, конечно же, много песен Dramatics. И это интро, я вас уверяю. Вот оно вводит нас в атмосферу. В атмосферу этники, вокала, природы, силы человека, глубины его, так сказать, души. Да, то есть это абсолютно другая музыка. Мы погружаемся совершенно в иную атмосферу. Это не флекс-рэп, это не вайб. В том плане, что как не вайб? Все есть вайб, да, но здесь есть подумать, погрустить, оценить, переосмыслить. Да. Следующий трек. «Тепло». Ну, в ее творчестве имеется в виду, да? В ее творчестве обычно так есть. По сути, это продолжение, можно воспринять как продолжение первого трека, трек «Тепло». Да. Рядом «Замру», «Быть рядом миг»,
Тебя за руку. Я и ты пролетаю вороном, кстати, тепло подарит ровином, тихий туман. С городом. В поле. Не становись ветром в поле, не уходи, да, короче. Грусть пока навевает, конечно, нам Драматикс, но делает это очень умело. Безусловно. Душевная вещь. Следующий трек «Успокой». Начало чуть-чуть напоминает Чопси, да? System of Down. Как будто бы. Что-то оп, прям моментально в голове. Может, я какую-то хуйню несу? Контраста, я думаю, тут говорить вообще излишне, да, контраст просто ебейший. Какое мясо, да, в припеве. С раненым крылом мира торпа, тут рой одиноких комнат, домой с запахом бетона. Либо ты метелью, как порох, вновь окутан тенью мой город. Тобой скованный в оковах, зимой снова лютый кулак. Это будет больно, твой бой. Люди тут не помнят. Стой, стой, там на переломном. То ли нет укромной, вдали той огромной. Стой, там мы теряли память. Твой храм, ныне битый камень. Ждем, да, ждем. Там, словно оригами, склады в эти камни руками. Очень хорошо сочетает Катя годный текст. То есть она умеет в текст, она умеет в читать и она умеет попеть.
универсальный боец, который работает в разных стилях. Все, конечно, отдает этникой. Да, конечно, этот трек очень западает в концепт, попадает полностью. Все четко, красиво. Припев тут просто разъеб. Здесь припев очень сильный, и здесь очень сильный контраст. Очень красиво. На мой взгляд, пока из трех треков, это самый сильный трек. Самая сильная песня «Успокой». Очень красиво. Следующий трек «Земля». Странно слышать такую музыку, особенно на контрасте с R&B, да, вот, который мы слушали до этого альбома. Или там, условно, там, с Детройтом, да. Это совершенно другая музыка. Она сложна. И в восприятии она сложнее значительно, потому что она заставляет больше думать. Она заставляет больше думать, она заставляет больше напрягаться. Вот смотрите, здесь есть у нас вполне себе годный куплет с очень хорошей ритмикой, при этом очень смысловая вещь. То есть здесь не забыто как раз то, о чем постоянно напоминают ребята по поводу того, что типа где текст, где смысл, там пятое, десятое, что типа как. Вот он. То есть кому интересен текст, кому интересен смысл, кому интересно флоу напористое в куплете. Здесь все это есть. Плюс есть припевы. То есть оно имеет очень хороший уровень речитатива. Очень хороший уровень вокала. Сама пишет музыку. Лайвом ебашит вот точно так же.
И при этом она очень самобытна со своей этникой. Очень самобытна. То есть в целом это очень интересный артист. Прям такой самородочек, да? Самородочек. Даже самородок, я бы сказал. Конечно, это музыка на любителя, безусловно. Здесь нет какого-то, в этой музыке нет какого-то стремления угодить, так сказать, в тренды и так далее. Сейчас мы будем, когда оценить этот альбом в конце, за тренды это получит очень мало, конечно же. Но я думаю, что это не будет проблемой или каким-то там минусом этому альбому, да? Впрочем, как и альбом «Зараза», который мы слышали, «Психонавтика». То же самое, кто за тренды получил вообще мелочевку, да, но по факту это был очень сильный альбом. Здесь мы видим аналогичную ситуацию. Здесь очень, очень хорошо. Ну, говорить о том, что типа она хорошо попала в музыку, ну, вообще, типа, смысла нету, да, потому что здесь все-таки, когда артист сам пишет музло, это наибольшая возможность сделать точное попадание. Вот у нее прям это идет интересно. Причем трек «Успокой», допустим, предыдущий, с лютым просто припевом, он другой. Здесь речитатив под жирный бит. Там прям рокерский припев, да? Хороший, годный трек. Сильный. Следующий трек «К пропасти». Каждый трек мы заходим с фирменными напевками, с фирменными мотивами, с этническими нюансами, с музыкой. Ну, напевки, да, вот это вот играет она. Красиво. Приспускает, да? Слегка приспускает понаблюдать за тем, что происходит, откуда-то и снизу, откуда-то из засады. То есть здесь нет какого-то контраста яркого, который бы прям, ну, делал какой-то лютый вайб, какой-то лютый пиздец. Нету здесь этого. Да. На мой взгляд, объективно, в сравнении с другими треками, трек довольно слабый. У него есть своя атмосфера, да. У него хороший текст, все очень круто. Но, допустим, сравнить его с треком «Земля» или «Успокой» я не могу. Что «Земля», что «Успокой», на мой взгляд, лучше треки, сильнее треки. Этот трек слишком ровный.
слишком ровный для того, чтобы быть сильным и тягаться прям с очень удачными работами. Он хороший, крепкий, все как надо. Но какого-то изюма, вкусного изюма, там, к сожалению, нет. Следующий трек «Рубикон». Одноименный трек с названием альбома. Чего-то ждем мы от него, наверное. Ну, вертал. На фите. И в бите на фите тоже он. В моих лукавых нет среди живых. Имен и лица тела лишены. Но гляну в зеркало, я вижу их. С кем внутри меня нет ни безмолвия, ни тишины. Как ток, ведь не кровь, а грок. Будто в груди ком, этот полк переходит в грот. Новый Рубикон, нету кротких. Любой погроб будет груб и горд. Кто попрет против, будет мигом впрок. Перечерт на корм, броник на своей улице. Слова теперь мне внутри меня подобно кольцам. Стволах деревьев, ведь они не ходят в белом и не носят перья. Ну и не пламенем объяты, вопреки поверьям. Их нрав рубить с плеча, стороны дальние по мелочам. Планы теребить в голове ночами, либо позабыть их и не начав. Могут замолчать, они видимо недели, года, но потом опять обеденное пение. До камня минуты и покоя гул, будто трели пацан. Дабы не наломал дрова, тот табун. Мы на пленуме потерли за права, да табу. Ибо теперь хоть под ногами кости до копать. Идем с ними вместе, хоть и в рост, но бок о бок. Дай нам туз, сука, ба. Дай нам курс, парадиш. Дай нам сотни карат. Дай нам пульс, дай нам жизнь. Кому лук это грязь, кому нал да каприз. Кому бахава страсть. Перебой затылок дышат и только я оглянусь за спиной. Пепел один лишь ты маску костыль. Впору там палят костры хором запросом простым. Гонор и те приказным тоном. Мне бы скрыться во сна, хотя там точно пасут. Ибо все мое нутро, их оболочка сосут во мне. Многоэтажный дом, там где нет перил. И демонам будто бы хоромы тот лабиринт. Но мы стерпелись и теперь дико по ночам. Думать о том, что же будет, когда они замолчат. Бахава страсть, кому блум, сей улиц. Дай нам туз, сука, ба. Дай нам курс, парадиш. Дай нам сотни карат. Дай нам пульс, дай нам жизнь. Кому лук это грязь, кому нал да каприз. Кому бахава страсть, кому блум, сей улиц. Кто-то говорил, что Драматикс однообразна. Мне кажется, этим альбомом она полностью развила этот миф. Это незаслуженное, блядь, обвинение в свой адрес. Где, с одной стороны, она показывает максимальное разнообразие, а с другой стороны, прям ты в ахуе, насколько разные треки, да, прям насколько разное звучание.
насколько один трек не похож на другой. Мы слышим рок, мы слышим рэп, мы слышим даб, все, мы слышим все, короче. То есть вот условно, если взять темным по белому, да, вот интро к этому альбому, насколько Рубикон попадает? По настроению попадает? По стилю музыки? Тут много разных вещей. Но удивительным образом по стилю все совпадает, потому что она везде вплетает свою этнику. Она везде вплетает свою этнику и хороший текст. Угу. Где бы она ни делала, везде отдает вот это вот темой. В хорошем смысле, естественно. Очень сильная песня. Очень сильная песня. Следующий трек «Монолит». Драматикс. Из оков вынули головы. Знала, придет это с опытом. Страхом, сомнением проводы. Пусть они пропадут пропадом. Полными быть, а не полыми. То было нам уготовано. Ранены были на поле, но благодаря тому стали подкованы. Всем скопом и бьем стоп, потом сбит с толку. Ты вник, сто пудов ты. Словлен будем бить строками, забив. Стой, паре на бит, стоп, а мы. Не пытайтесь схватив топор или кулаком перебить порох. А запах ведь впитан в поры, был с молоком. Ритмы будут газ пол. Рифмы будут под стоп. Запад, да, на восток. Крепить на расто, забыв нажать стоп. Рифмы будут газ пол. Рифмы будут под стоп. Запад, да, на восток. Крепить на расто, забыв нажать стоп. Рифмы будут газ пол. Рифмы будут под стоп. Запад, да, на восток. Крепить на расто, забыв нажать стоп. Рифмы будут газ пол. Рифмы будут под стоп. Запад, да, на восток. Крепить на расто, забыв нажать стоп. Стену рухнуть под залпом. Будем бить с орудий с азартом. Хватит мыть разутые глаза, друг. Я таких им тупо на завтрах. Ваш хип-хоп, тут байт, это стыд. Нужен вам не майка, костыль. Ведь я здесь, ребята, простите. Вам, увы, всем пора в монастырь. Дабы след простыл, хип-хопам миг выдавать. Будем в ответ, мы напалмы, ты попал. Во-во-во, вот эта ритмика очень хороша. Начало второго куплета так тебе по звучанию. А вот это уже пошло опять красиво. Это в огне, поле там пропитано. Ведь это гнев, мой камни на камне. Не бывает, перебьем любой вывод. А кто-нибудь о мух и пони. Запомни, кто бы ни был, не привай. Но на меня, если не понял. Ритмы будут газ пол. Ритмы будут под стоп. Запад, да, на восток. Крепить на расто, забыв нажать стоп. Ритмы будут газ пол. Ритмы будут под стоп. Да, по поводу вот концерта. Разъеб вообще лютый. Live on Dramatics очень сильно. Запад, да, на восток. Крепить на расто, забыв нажать стоп. Ритмы будут газ пол. Ритмы будут под стоп. Запад, да, на восток. Крепить на расто, забыв нажать стоп. Ритмы будут газ пол. Аутро выпускает нас. Текст, да. Харизма и текст. Вот если охарактеризовать то, что происходит вообще на этом альбоме, это харизма и текст. Харизма, текст, самобытность, этническая самобытность. Да. Сказать, что этот трек может претендовать на то, чтобы быть лучшим? Нет, ни в коем случае. Это хороший, крепкий трек. Хороший, крепкий, ровный трек. Да. Этот прям... Вот много здесь треков чисто разъебывать концерты. Вот слушать их так не особо прям вот... Может быть прикольно, да? Но вот лайвом оно разъебывает страшно. Угу, угу. Харизма в ней километр вообще, это однозначно. Да, видно же, как легко оно управляется с речитативом. Легчайше просто вообще идет. Причем с таким напором, да, мощным. Это самородок реально русского рэпа, однозначно. Следующий трек, Афробит. Нравится, не нравится, как бы тут... Тут нет вопроса в том, что это музыка, которая там, вау, там всем может понравиться. Нет, ни в коем случае. Музыка вообще, блядь, такая очень... Субъективная штукенция, да, там одно заходит, другое вообще типа неинтересно.
Вот. Не-не-не, дело не в этом. Дело в том, что максимально самобытно, интересно, харизматично, с очень хорошим текстом, сама пишет музыку, выступает лайвом, выдает полный пиздец. То есть это просто очень крутой артист. Это очень крутой музыкант, это очень крутой артист. Если же кому-то близок этот стиль, то этот артист способен реализовать этот стиль очень хорошо, на очень высоком уровне. Вот о чем речь. И это круто. Афробит, поехали. Потому что вот сколько бы артистов ни делали, да, вот прям такого хорошего там фолк-рэпа, да, фолка такого прям вот с речитативом, этники, очень мало, очень мало. А если кто-то и лезет туда, получается какая-то скучная ебанина вообще. Мешает, и как-то, ну, все неуместно, оно плавает, да, и перетекает, либо скука какая-то совсем съедает, либо там прям, о, рыцари идут в бой, блядь, викинги. Нет, немного не то, да, точнее, они рыцари, а викинги. Здесь разное. И за что она не берется, все совсем справляется. Мой автобит, никакой сразу ман, как актер, как на него легли фразы. Там не подготовленный сведет на раз ума. Перекати поле на слова не разума. Ибо мог речь звучит на языках сверных. Ведь он отмычки чит, годит любым замкам дырным. Побег из внутренней тюрьмы. Осиля те, кто вкурят нам, те, кто нам дырмы. Высимся тут, горой Джамалу, манера скачать на ветру. Этот бит обиденен, как будто бы волчий вой по ночам на луну. И в этот транс ходит нас ветер попутный. Пени до танцы под ритмы губно было. Ложена в нём не частица себя, как волной обогнута сестрица земля. Бежит ты нам хоть на небе, ты солнце туши. Какие ты, брат, нам бы не выбрать. Глухие дебри любого калибра. Бежим за сотни миль, мы тихий шепот. Какие, как и трепет, а крылья в калибре. Какие ты, брат, нам бы не выбрать. Глухие дебри любого калибра. Бежим за сотни миль, мы тихий шепот. Какие, как и трепет, а крылья в калибре. Любой из нас, кто тут будет самим собой. Свету найдет тропу, хоть ты посыпь залой. Сильно покуда хор из миллиарда голодных звезд. На небе поет твой несон со мной. Обалденный текст. Один из сильнейших треков на альбоме. Жесть. Очень круто, что последний трек такой сильный. Короче, здесь есть прям отчетливо 4 трека. Из 8 есть половина треков, которые однозначно сильнее других 4, на мой взгляд. «Успокой», «Земля», «Рубикон» и «Афробит». Вот эти 4 сильнее 4 других. Сейчас послушаем в целом, какой-то один будем выбирать. Но скажу я, что альбом удался, ну, однозначно. То есть эта музыка в целом необычная, эта музыка уникальная для
звучание российского, так точно. Она справляется с ним полностью. Пиздец. Она не то, что справляется, она просто купается в своей музыке. Она купается, и она кайфует максимально. Вот это то, что я всегда и на судействе батлов, и в целом артистам говорю, когда они должны просто унестись от своей музыки. Они должны просто находиться там. Вот она находилась там, вот, блядь, в этом, сука, племени, да, в Африке, сидела вокруг костра, и они разъебывались вместе, короче. Вот оно реально так, блядь. Где-то там, хуй знает где, короче, она сидела там, да. Вместе с вождем племени, блин. Это было круто. Любой из нас, кто тут будет самим собой, к свету найдет тропу, хоть ты посыпь золой, сильна, покуда хор из миллиарда холодных звезд на небе поет в унисон со мной. Охуеть! Я не советую, конечно, сравнивать эти вещи с R&B, с Детройтом, да, с трэпчиком разным, с Клаудом. Ну, камон, типа, это же вообще разные вещи, да. Не сказать, типа, вот, типа, смотри, как здесь, типа, сделано, пиздец, и как там плохо. Это разная музыка, разная. Здесь мы, блядь, гипнотизируемся, охуеваем, танцуем с шаманами, блядь, под бубны, да, и рассказываем за звезды, за жизнь, за философию, за путь, за единство, за всю хуйню, короче. Здесь обязан быть сильный текст. Тут нельзя просто рассказать, а потанцуй со мной, шаман, шаман. А потанцуй со мной, шаман, шаман. Да. Потанцуй по кругу, шаман, шаман. Ага. Потанцуй, понимаете, блядь, это будет полный пиздец. Здесь надо наебуривать конкретно. Скр-скр, да, блядь, тут так не получится. Вот. Здесь сделано все как надо. Блядь, это очень круто. Давайте оценим этот альбом. Да, 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 в том-то и дело. Она все инструменталы сделала сама. Вот, пожалуйста. Она купается в этой музыке, я же говорю. То есть она настолько чувствует, она настолько глубоко музыкант, что это просто пиздец. То есть она настолько глубоко музыкант, что это просто охуеть, насколько она глубоко музыкант. Вот реально. Так, оценка трека. Нихуя, оценка альбома, да. Поехали. Давайте оценим альбом. На мой взгляд, эта вещь удалась полностью. Индивидуальность и харизма 10. Реализация выбранного стиля 10. Рифмы и образы 10. Структура ритмика 9. Да. Атмосфера вайб 5. Это, сука, будто шаманка, она моя служанка, да-да-да. Да-да. Разная музыка, разная. Не надо сбрасывать в одну кучу и говорить, что, бля, это говно, сейчас, это может не понравиться тем, кому нравится то. Тем, кому нравится это, скажут, бля, что это вот это вот, что вот это вот все, вот это Детройт, вы что, ебанутые люди? Это просто разные вещи, не мешайте в одну кучу, все, бля. Это то же самое, что подойти и сказать, бля, вот, я понимаю, бля, 222-й, 221-й, это пиздец машина, хули твой бульдозер? Бля, вот этот экскаватор, бульдозер, чисто для долбоебов машина, реально, бля. А вот этот вот погрузчик, это надо быть дауном. То ли дело крузак 200-й, блядь. Нахуй ты вот этот погрузчик, блядь. Или вот этот самосвал, блядь, или асфальтоукладчик, блядь. Ну зачем асфальтоукладчик, если есть вертолет, блядь? Это самолет, это вертолет, блядь. Да, поэтому не мешайте, блядь, все в одну кучу, не мешайте. Что лучше, руки или ноги, да, блядь, вот, камон. Трендовость, 1 балл. Это самолет, это вертолет. Если послушать текст «Это самолет, это вертолет» охуительного трека Моргенштурна, и потом послышать Dramatics, да, и охуеть, да, от разницы. Но это разные вещи. Это разные вещи, ребята. Поэтому
Я поздравляю Dramatics с этим замечательным альбомом, пусть и запоздало немного. Я считаю, что она показала просто мега класс. Набрать даже вот просто у нас по баллам, да, блядь, 39 баллов. Это пиздец. Это пиздец. Это мощно. Вайп обалденный, 5. Это очень круто. Спасибо, Катя. Я думаю, что трек, который мы будем оценивать... Давайте оценим лучший трек с альбома. Так, сейчас быстро пробегусь. Это очень крутой припев, просто ебанутый, но припев. И мы весь трек ждем припев. Загнить в извеченных землях, что будут нами же вышены. Встретимся в нише. Нет. Они не ходят в белом и не носят перья. Рубикон или Афробит? Ну и не пламенем объяты, вопреки поверьям. Их нравы руки с плеча, параноидальны по мелочам. Планы теребить в голове ночами, либо позабыть их и не начав. Могут замолчать, они видимо недели года, но потом опять обыденное пение. До камня минуты и покоя гул Будда трели пацан. Дабы не наломал дрова тот табун, мы на пленуме потерли за права. Да табу, ибо теперь хоть под ногами кости докопать. Идем с ними вместе, хоть и в рост, но бок о бок. Дай нам туз, сука, ба. Дай нам курс, полетишь. Дай нам сотни карат. Дай нам пульс, дай нам жизнь. Кому блуд это грязь, кому нал да каприз. Кому бахава страсть, кому блуд. Припев мог быть сильнее. Афробит, я думаю, разъебал. Мой астробит, никак ты сразу манка, как то, как на него легли фразы. Там неподготовленных сведет на раз ума. Перекати поле на салоне разума. Ибо мог речь звучит на языках сверных. Ведён отмычки чит, годит любым замкам дырным. Побег из внутренней тюрьмы. Осиля те, кто курят нам, те, кто нам дырмы. Высимся тут, гору Джамалун. Манера скачать на ветру. Этот бит объединит, как будто бы волчий бой по ночам на луну. И в этот транс ходит нас ветер попутный. Ведь не до танца под ритмы губ на было. Ложена в ногах частица себя, как волной обогнута сестрица земля. Очень красиво. Хочется футболку сбросить, сука, и с копьем хуярить вокруг костра. Пусто место мои мысли. Упади в этот бит, в эти ритмы будто в ад. Пусто место мои мысли. Бой самой темной глуши. Прямиком к свету нас выведет компас души. Видим все, хоть глаза завяжи ты нам. Хоть на небе ты солнце души. Какие ты, брат, нам бы не выбрать. Глухие дебри любого калибра. Слышим за сотни миль, мы тихий шепот реки. Как и трепет от крыльев калибри. Какие ты, брат, нам бы не выбрать. Глухие дебри любого калибра. Слышим за сотни миль, мы тихий шепот реки. Как и трепет от крыльев калибри. Любой из нас, кто тут будет самим собой. Свету найдет тропу, хоть ты посыпь залой. Сильно покуда хор из миллиарда холодных звезд. На небе поет твой несон со мной. С какой оценкой не согласны, говорите? Пусто место мои мысли. Упади в этот бит, в эти ритмы будто в ад. Пусто место мои мысли. Упади в этот бит, в эти ритмы будто в ад. Бля, с реализацией-то что не так? Нихуя себе. Серьезно? Тренды все там два. Да, блядь. Какой нахуй два? Может, два. Ну, 1-2, короче. 1-2. Не все десятки. Что не 10? Скажи. Индивидуальность не 10? Бля, это 100% 10. 100%. Это максимально самобытный артист, пиздец. Дайте такое еще. Кто так делает?
Агрессии хочется. Не знаю. Да, не? Не. Тут не за что доебаться. Тут отличный текст. Тут охуенная ритмика. Реализация, индивидуальность. Все, что касается вот вторых критериев, они максимальные. Это точно вообще вот это. Реализация, индивидуальность, харизма. Драматикс забирает в этом треке 10 баллов. Точно, 100%. Это разъеб, пиздец. Это разъеб. Это разъеб. Да-да-да, я про трек конкретно. Мы что, трек оценим? Нет. Я бы не сказал, что трек 10 на самобытность. Почему? Что не так? Не выбрать глухие дебри любого калибра. Лежим за сотнями, мы тихий шепот, какие как... Харизма пиздец льется рекой, самобытность охуеть. Ну кто вот, блядь, танцует так с бубном, с таким речитативом, разъебываясь под бит? Ну как, блядь, камон. Тебе так крылья в калибре, какие ты, брат, нам бы не выбрать глухие дебри любого калибра, слышим за сотнями. Да вы че, да это пиздец, да не-не. В чем разница между оценкой трека и альбома? Ну в том, что мы в альбоме оцениваем все целиком. Типа, насколько альбом удался. А потом берем лучший трек, который понравился мне или зрителям, или мне и зрителям, да, и оцениваем его. Это пиздец. Не-не, разъеб. Это разъеб. Историческая хуйня. У нас, по-моему, первый трек, который набрал 4 десятки. Первый трек, который набрал 4 десятки. В базе. В первый раз за все время. Здесь есть все. Тут охуенный текст. Здесь хорошая ритмика. Реализация выбранного стиля, харизма, индивидуальность. Все максималка, пиздец. Африканские шаманы так не разъебываются, как Катя. Бля, вот это охуенный комментарий. Вот это реальность, бля. Они сами такие, бля, да ну нахуй, а что, так можно было? Они этот трек послушают и скажут, бля, нормально. Покупаем GBL колоночку. Wi-Fi возле костра. Пошла жаришка, блядь. Да, респект. Короче, это пиздец, братва. Это полный пиздец. Спасибо большое, Драматик, за замечательный альбом. Я думаю, что целевая аудитория в восторге. Респект. Следующий альбом.